Воспитанница Чувашской школы биатлона Татьяна Акимова выступит в заключительном 9-м этапе Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб сборной команды России определился составом команды, которая 17-19 марта представит страну в норвежском Холменколлене. В первый день соревнований биатлонисты разыграют медали в женском и мужском спринте. Старты в 16:00 и 18:30 по Москве. В субботу состоятся две гонки преследования у женщин и у мужчин в 14:45 и в 17:00 по Москве. А 19 марта станут известны победители в масс-старте в 13:15 у женщин и в 15:30 у мужчин.